Так, задержка, ну, понимаете, задержка не от меня зависит. То есть тут уж если YouTube так себя ведет, то я тут как бы в подчиненном положении. Так. Ладно. Ладно. Давайте сыграем Морра. Или Морра. Вообще он, по-моему, француз был, поэтому вроде как Морра правильно говорить. Нигде я ударение не нашел. Нигде я ударение не нашел. И c3 я бью пешкой. Нет, не хочет. Надо было ладьей под короля, потом забрать ферзя. Ну так он бы ферзя моего тоже забрал. Понимаете, в чем дело? Вот это похоже на то, что Морфи крутил. Он пытался вот соединить гамбитную игру и против сицилианской защиты. Плюсы закрытой системы. Мало кто знает ее. Мало кто умеет играть, поэтому мне вот эти плюсы очень очевидны. Кстати, вот так вот он играл против сицилианской одной из партий. Оба слона брались ферзем из-за шаха. Уже не могу сказать, что там было. Это уже такие дела прошлые. Так, забрать. Король отошел. Шах. Ну, давайте так попробуем. В принципе, я могу забрать и ферзь d5 пойти. Ну, отходи. На e7, конечно, куда? На e7. На e7 я ферзем так. Дальше с конь f6. И, в принципе, можно связать. С фигуру вроде бы не теряю пока, но неприятно. Хочу забрать коня, надо конь f6 ходить. Слон g5. Да, слон g5, видимо, вынужденный ход. Прогнать ферзя моего он не может пока, так что слон держится. Теперь уже есть ход слон h5. Теперь уже есть ход слон h5. На слон h5 g6 я могу разменяться. Ну да, что такое в стиле Морфи получилось. На d4 хочу забрать, если он ничего не будет делать. Забрать на d4, потом конь c3. Какие-то ходы. Да, зачем мне было меняться, если там у меня фигура меньше была? Мне кажется, я все правильно сделал. Слон c6 это же не туда. Что он хочет? Я не понял. Беру. Слон c6 будет мат на e6. Почему играю с слабыми соперниками? Я играю со зрителями, со своими. А тут уж какие они соперники, это дело десятое. Ой, как же мне тут сыграть? Ой, там красиво будет. Если дать ему забрать потом на d5, конь c3, он забрал, я забрал, он забрал и мат. Красиво будет. Ну что, жертванем. Давайте жертванем. И будет интересно. Вот эта партия будет, да? Вот эта партия получилась. Ну, конечно, тут соперник действовал весьма наивно, но в то же время вот такая вот возможность довольно красивая, видите. Поучительная получилась партия. Опять же, навеяна партиями Морфи. Я помню, что он в таком стиле играл как раз против сицилианской, но матов таких не всегда ему удавалось поставить. Но видите, я все-таки в этом плане оказался более удачливым. Спасибо за игру сопернику.